Я всех приветствую на своем канале. Сегодня хотел бы снять такой коротенький видеообзор вот на такой вот чехол, в который можно погрузить помимо зубной щетки еще и маленький тюбик с пастой. Заказывал это я, естественно, из Китая. Цена у него невысокая, порядком $1,5. Вот, ну, цена, как вы знаете, может колебаться, вот, но на момент покупки цена была такой. Вот, ну и давайте посмотрим, что находится внутри данного футлярчика. Данный футляр выполнен весьма аккуратно. В продаже, к сожалению, у нас в городе я ничего подобного не нашел. Ну, таких размеров, потому что обычно идут футляры только лишь для зубной щетки. А этот, как вот мы видим, достаточно большой такой вот, и в него может поместиться небольшой тюбик зубной пасты, к примеру, там такой как локолют и зубная щетка. Давайте сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. В качестве примера вот я нашел такой у себя небольшой тюбик зубной пасты Colgate. Вот, как мы видим, он помещается сюда. Ну и вот такую зубную щетку. Давайте посмотрим, влезут ли они вовнутрь данного чехла. Вот мы видим, как зубная паста и зубная щетка легко помещаются в данный футляр. Сейчас я постараюсь его закрыть одной рукой. Поаккуратнее. Вот. Ну, как мы видим, поместилась сюда и зубная паста маленькой емкости, где-то порядком 75 мл. Вот. И зубная щетка. Как мы видим, устройство. Данный такой чехольчик, он очень удобный. Правда, перфорации нет ни с одной, ни с другой стороны. Но, в принципе, при наличии шуруповерта, либо раскаленного шила, можно проделать перфорацию для того, чтобы у вас не запаривалось ничего внутри. Либо, когда почистите, просто не закрывать вот эту верхнюю крышку. Вот так вот хранить. Так что данный чехольчик для зубной щетки и для зубной пасты всем рекомендую. Всем огромное спасибо за просмотр.